Аминь, аминь. Кломене геспараудис. Народ Господин, кломене геспараудис, подойди к жертвеннику моему поближе, Аваош. Ибо я пришел и принес совершенное действие благодати своей, аминь. Я не опаздываю, кебеде готера мене глаудис, но как важно, аминь, прийти к осознанию, пред кем ты предстал, тайна неба, ибо нет страха Божьего в народе моем. Голбен таудис, беспечность и равнодушие стоит между мною и между народом моим. Нету страха, лабиду клаудис, аминь. Кто пришел по обычаю фарамен? Кто пришел, чтобы увидеть лица один одного, крибида лаудис, аминь? Показать себя, представить свое величие, свои крементус достижения, а вотчина. Кто пришел поклониться Богу живому на этом месте и принести жертву истинную, верную, достойную, хламенел, доскакнел, фарглаудис, аминь, скудна жертва народа моего. Стони кламене глауди, а стони умножаются, аминь, крабедала, а поклонения в духе нету тайна. Разве я требую от тебя даров земных, клаберла? Что принесешь ты ко мне, кламе? Что возьмешь из сокровищницы своей, чтобы эта жертва была принята Богом? Нет, говорит Дух Святой, сердце чистое, аминь, дух смиренный, сокрушенный, и сердце объято любовью, кламене глауди. Вот что я хочу, праведность креби, а праведность не от дел, от веры, но где вера в народе моем, клаберла, а не верие, как пленцы, взяло плен, кровь завета, пленники стоят на этом месте, ребеличань. Ты думаешь, ты имеешь свободу, я говорю, ты сегодня пленник, аминь. Нету живою веры, клаберлаудис, аминь, тайна неба. Нету искренности по отношению друг к другу, а маски лицемерия, а монте, то с одной стороны, то с другой, ребеличень. А я говорю, сердце чистое, рабеде глаудис, мне нужно. Покорность духа, аминь, отче, и страх Божий внутри, клаберла, чтобы я мог благословить тебя, чтобы мои хаузы, эти колодцы, которые опустошены, я мог наполнить водою живительную. А река благодати уже подана на это место, ребедела. Но нету, аминь, веры, чтобы подойти и начерпать, крамане глаудис, я буду еще говорить, аминь, но здесь, на этом месте, действие дух осуждения, аминь. Он не дает человеку раскрепоститься, ребедала, понять, что любовь Господня на этом месте действует, аминь. Я приму твой дар, когда ты придешь и склонишь предо мною сердце свое и скажешь, Господи, расточил. Небрежность, аминь, проявил, гнусность по отношению к ближнему моему. Нету любви, нету мира в сердце, нету мира страх. Беспокойство, они овладели мною, и я не могу даже молиться, потому что это беспокойство, оно отягощает меня. Почему ты беспокоишься и о чем, народ мой? Разве я не дал тебе слово мое, что верных своих я проведу через любые обстоятельства, но верных, говорит Дух Святой. А где верность в народе моем, когда в духе нету верности? Нарушена любовь между церкви, дочерью Сиона и царем Клаберелдескем. А я ревную, потому допустил этот хаос, кременту, эти болезни, аминь, чтобы ты посмотрел на состояние свое. А ты думаешь, Господи, когда ты помилуешь? О, Лебере, еще будет труднее, я приведу тебя в состояние нужды, и вы будешь искать меня, рабадала, потому что, Элмен Клаудис, кому обратишься? Разве человек будет заступаться за тебя? Разве помощь человеку, когда сегодня человеки говорят уста мы своими, что нет у нас силы и нет возможности, полейдергот, а болезни умножатся еще, еще, аминь, пустыня, она кривеличение в очи будет очень жестокая, ребедегла. О, а источники обмелели, армен глаудис, а где подкрепишь свои силы, когда носильщики, аминь, нужны в народе, а носильщики опустили руки, кривелаудис. О, а где ратоборцы, где верные мои, где стоящие при стражах, где те, которые стоят
стоят, а меня отче на стенах Иерусалима, и возвещают правду, где они, говорит Дух Святой, а ты обленился, став ленивый, ты не желаешь бороться даже за свое спасение, ты думаешь, оно дается даром, так, по благодати, но почему лень и праздность овладели тобою, доколе, говорит Дух Святой, доколе будут топкаться дворы, кербидолов, не будет поклонения в духе, не будет трапезы Господней, не будет благоухания из сердец народа моего. Горе, горе, говорит Дух Святой, идет на землю, раба дичауди самінь, и будут суды мои покраменты от одной местности до другой, ребеличай. Настолько умножится кребеличание страдания, что измучатся креатус молитвенники стоять пред алтарем клабараудисами, потому что я приведу народ свой повиновению, говорит Дух Святой, и для того, чтобы спасать, многих положу на одра болезни, ибо многие скажут, Господи, для чего? Для спасения, крементус, ибо в этом заключается великая милость Господня. Аминь, аминь, крементекла, а ты с кеменегес остался живым для того, чтобы раскапывать колодцы. Колодцы, в которых давно нету воды, кроме неготерами. Я поступлю по милости с тобою, когда ты будешь, а лучше идти туда, куда я тебя буду посылать. Тогда уразумеешь, что есть любовь Господня, когда будешь в исполнении воли Господня. И еще укреплю тебя, говорит Дух Святой, и будешь радоваться в Боге, и скажешь, радость моя заключается в Боге спасения моего. Аминь. Аминь. Верю. Поляна, тяжко